Всем привет! Как многие помнят, раньше я очень сильно увлекался Майнкрафтом. Ну, как бы это заметно по моему прошлому каналу. Я снимал по нему видеокролики, делал трансляции, играл в Бедварс. Потом на этом канале я начал снимать постановы и разные анимации. Но сейчас я хочу вам рассказать не об этом, а об моей первой карте Майнкрафт. Вообще я не очень увлекалась такими постройками или масштабными проектами в виде больших карт. Но все-таки решил попробовать, так сказать, в первый раз, в первый класс. Изначально тема карты была средневековым городом. Но потом я решил построить что-то в виде Майнкрафт-деревни, только улучшенной само собой. Ну и это результат. Так как место спавна вышло неудобным, у меня не получилось создать огромную деревню на острове, но я решил сделать проход через гору. Как по мне, мой первый проект, точнее моя первая карта, вышел очень красивым и детализованным в плане построек. Я не считаю себя каким-то суперстроителем в Майнкрафте, но думаю, эта карта придется некоторым по душе. Гром гремит, короче, очень громко, и молния, пипец просто. Вот. И дождь еще. Короче, понятно, что сразу 1 сентября началось. Конечно, началось не очень красочно, но началось. Погода дает нам об этом знать. А, да, ее предназначение. Я создал карту ради того, чтобы просто дать вам походить по ней, поиграть с друзьями, посмотреть окрестности и так далее. И еще я настоятельно рекомендую вам поиграть на ней с шейдерами, потому что так она смотрится красивее. Это все. Спасибо, что посмотрели видео. Ссылка на скачивание карты через Google Диск будет в описании. Переходите, скачивайте, ну и так далее. Ладно, всем пока. Мне тут надо еще видос клепать, а то я за лето вообще ничего не выпустил. Все, давайте, там, пока, удачи, все, пока, всем, давайте, пока. Всем, все, давайте, видео кончается, все, давайте, пока.